Дорогие друзья, в октябре прошлого года на этой сцене состоялась премьера этого сочинения. И вот после этого исполнения в адрес консерватории приходит очень много пожеланий исполнить еще, может быть, даже не один раз эту сюиту. Она рождалась, знаете, как-то внезапно из общения с этим удивительнейшим человеком, удивительным композитором, патриархом, можно сказать, всего композиторского клана России. Ему ведь 87 лет. Он один, да не один, а первым в составе разведывательной роты вошел в Берлин, будучи переводчиком с немецкого языка. После этого в солдатской гимнастерке, придя в консерваторию, уже, может быть, не таким молодым, как все остальные, но талант есть талант, он всегда прорвется, он всегда себя покажет. И вы знаете, вот когда это было в октябре, он вышел на эту сцену, такой смущенный немножко, и сказал, что, вы знаете, песню может сочинить любой. Может быть, оно и так. Но далеко не у каждого композитора эта песня отзовется в душе народной у всех. А его песни – это действительно жемчужины песни творчества России. Поэтому мы исполним эту сюиту. Я думаю, что она будет, наверное, близка и понятна не только вам, но и этим молодым людям. Потому что в этих песнях молодость, любовь и вера – вот это самое главное. Ты из-под темной брони.
Аллилуйя!